Продолжаем выпуск. Один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира – Лувр. В 2021 году своей многомиллионной публике представят экспонаты из Узбекистана. Подготовка к этому историческому событию уже начата. В Париже прошло совещание научно-организационного комитета выставки. Во исполнение распоряжения президента Республики Узбекистан о мерах по организации проведения выставки музейных экспонатов Узбекистана в музее Лувра в 2021 году и созданию условий для эффективного экспонирования музейных фондов Узбекистана за рубежом, посольством Республики Узбекистан совместно с Фондом развития культуры и искусства при Минкультуре Республики Узбекистан и музеем Лувра ведется активная подготовка к проведению данной выставки на высоком уровне во Франции. В частности, в период с 4 по 7 июня этого года был организован визит представителей Минкультуры во Францию, в ходе которого состоялось совещание научно-организационного комитета выставки с участием сотрудников Лувра, искусствоведов из Узбекистана, международных экспертов из Эрмитажа и Государственного музея Востока. С большим оптимизмом смотрим на проект этой выставки про Узбекистан, которая будет в Лувре, в самом блестящем музее мира. И, конечно, вот тот объем работы, который проделали наши луврские коллеги, и то участие, то внимание, которое делает Узбекистан относительно этой выставки, привлекая самые лучшие силы своей республики из всего мира, не включая и наш музей. Конечно, это окажется знаменательным событием, конечно, и большой вехой и в истории изучения Узбекистана и в истории знакомства мира с замечательной, богатейшей, древнейшей культурой этой страны. Культурно-гуманитарное сотрудничество с Францией является одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Важным событием в углублении данной сферы стало подписание в рамках официального визита главы нашего государства во Францию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана и музеем Лувра. Надо отметить, что всемирно известный музей Лувр – это визитная карточка Франции и является крупнейшим в мире по художественной коллекции и вторым по величине площади. Ежегодно его посещают почти 10 миллионов туристов из разных стран мира. Еще одним важным мероприятием, поддерживающим культурные связи между народами, являются выставки, которые два раза в год проводятся в Лувре и куда съезжаются около 400 художников, среди которых есть и наши соотечественники –